В числе первых сегодня поздравляли ветеранов службы. Бывших сотрудников полиции пригласили на торжественное собрание. Их поздравили руководители УВД и глава города Анатолий Пахомов. Ветеранов полиции встречали в новом здании сочинской полиции. Как отметили сами ветераны, в таких условиях в свое время им трудиться не пришлось. В рамках подготовки к Олимпиаде сочинскую полицию оснастили новым спецоборудованием, парк машин полностью обновили. А самое главное, местные полицейские получили опыт работы на крупном международном мероприятии. Сотрудники управления внутренних дел достойно показали себя во время проведения Олимпийских игр. Это ваша заслуга. Вы подготовили такое поколение. Вы выполняли с честью все возложенные задачи. И город сегодня по праву считается одним из самых безопасных в России. И в этом именно ваша заслуга. За содействие МВД России ветераны службы получили благодарственные письма, медали и знаки почета. После участники торжественного собрания возложили цветы к памятнику сотрудникам УВД, павшим при исполнении служебного долга. Таких героев в Сочи 26. А действующие сотрудники полиции приняли участие в традиционной праздничной эстафете. Состязались 9 команд. Эстафета включала в себя несколько этапов. Бег в повседневном обмундировании, бронежилете и с оружием. По итогам соревнований победу одержали бойцы ОМОНа.